Всем привет, дорогие друзья, компания Евразия Автотрейд. Сегодня у нас 26 октября. Привезли 5 автомобилей, все они пришли под заказ. Сейчас мы про них подробно расскажем, про цены, про пробег и состояние автомобилей. Так, первый это у нас премиальный автомобиль BMW X5 X-Drive 30D, 21 год. По кузову отличное состояние. Родной окрас, 26 тысяч пробег. Цена под ключ до Владивостока 9 миллионов 150 тысяч рублей. Поедет в город Кемерово нашему дорогому клиенту. То есть автомобиль просто в идеальном состоянии, 21 размер колес, лазерные фары, камеры 360, повторители, весь ключевой доступ. То есть, ну, машина максимальной комплектации, самая жирная, что есть в X5. Так, получается, что у нас по салону? Салон на коричневом, черный на коричневом получается, электропривод обеих сидений, память дальше получается водительского, это мы уже там покажем. Сейчас я пройду вперед. Так, что у нас? Память водительского, также электропривод водительского. Сейчас мы ее заведем, послушаем, как она у нас работает. Так, она получается 3-литровый дизельный мотор здесь стоит. Пробег очень маленький, 26 тысяч пробег. Электронно-приборная панель. Также заметьте, друзья, что мы русифицировали полностью мультимедию, а также панель приборов. Тоже полностью на русском, показываю знаки. То есть все это, как мы обещаем, сделаем в подарок, хоть на BMW, хоть на автомобиль попроще. То есть это у нас идет подарок от нашей компании. Также получается, есть тут панорама, только она, а как она почему не открывается, а вот она. Полностью панорамная крыша на всю крышу. То есть автомобиль просто шикарный. Ну, конечно, за такие деньги, да, с чего бы он был не шикарный. Так, что еще тут? Подогревы, обдувы, двухзонный климат. Ну, тут есть все просто. Круиз, климат, адаптивный, мультируль, лепестки на руле. А также, получается, звук. Ну, сейчас надо музыку включить. Вот звук будет... А вот он, получается, видите? Почему он не поднимает звук? Это надо, наверное, музыку включить, да? То есть, пальцем вертишь, она, короче... Звук увеличивает, также уменьшает, а также листает музыку. Так, пойдемте дальше, посмотрим, что у нас по машинам. По BMW все рассказали, то есть автомобиль просто шикарный. Дальше тоже не менее шикарный автомобиль, семейный. Получается Kia Carnival 2020 год, 2.2 дизель, передний привод, также минимальный пробег, 36 тысяч вот здесь пробег. На автомате, и она 9-местная. То есть, получается, родной окрас, цена под ключ до Владивостока 2 миллиона 750 тысяч рублей. Поедет в Москву нашему клиенту Ивану. Так, повторители, бесключевой доступ на всех дверях. Так, сразу сзади, получается, задние двери на электроприводе, также багажник также на электроприводе, и она, получается, у нас 9-местная. То есть, автомобиль просто, ну, почти как новая. То есть давайте я похожу, то есть можно тут, в принципе, взрослому человеку ходить, в принципе, проходить на задние ряды спокойно. То есть получается здесь два капитанских, также здесь два капитанских и последний там трехместное сиденье. То есть в общем получается здесь 9 мест. Также на электроприводе закрывается. Что мы имеем дальше? Получается тоже хорошая комплектация здесь Prestige, электропривод. Передняя пассажирская, также электропривод водительского есть. Сейчас перейду на ту сторону. Так. Что у нас здесь по салону? Давайте заведем. Автомобиль также мы русифицировали. Тоже на ней поменяли масло и фильтры в Корее. То есть, как мы обещаем, все это за наш счет, как идет подарок. Напомню. Так, мультируль полностью, подогрев руля здесь есть, двухзонный климат. Что мы тут имеем? Получается здесь подогрев обдув обеих передних сидений, парктроники, подогрев руля, электроручник. Два подстаканника, разъем на прикуриватель, разъем USB, AUX. То есть вот, опять же, полностью мультимедиа русифицирована на русском языке. Также
Приборная панель тоже вся на русском языке. Так, и сзади, получается, тоже здесь есть подогрев, обдув задних сидений. То есть, в целом, такой вот хороший семейный автомобиль. Под свой бюджет, я думаю, очень даже достойный. Тоже часто заказываем автомобиль Kia Carnival. Эти автомобили, в принципе, можно привезти. Так, сейчас она у нас, получается, получилось 2 миллиона 750. Вообще, их можно чуть больше пробег взять. И, допустим, стартуют они от 2,5 миллионов. То есть, ну, там где-то будет подкрас, побольше пробег, от 2,5 миллионов. Это у нас Kia Carnival. Дальше. Три машины у нас стоят на улице. Это Hyundai Santa Fe Restyle. 2020 год. 2.2 дизель на роботе. Передний привод. По кузову родной окрас. Также в родных деталях. Цена под ключ до Владивостока 2 миллиона 450 тысяч рублей, друзья. Так, давайте посмотрим по салону, да? Что у нас получается? Мне лучше перейти на ту сторону, да? Так, здесь у нас получается также по салону. Электропривод переднего пассажирского там есть, да? Да, да, есть. Электропривод водительского. Тоже здесь есть два подстаканника. Подогрев обдув, понятно, обеих передних сидений. Парктроники, подогрев руля. Мультимедиа здесь также уже прошили, расфестировали на русский язык. И электронная панель тоже на русском языке. То есть пробег здесь, да, 149 тысяч километров. То есть 2.2 дизель. Такой вот небольшой подлокотник. То есть автомобиль в очень даже хорошем состоянии. То есть документы, да, все получены уже. Торпеда здесь мягкая. Регистратор пришел тоже из Кореи. Так, что мы еще имеем? Мультируль. Руль даже очень даже хорошо сохранился для своего пробега. То есть автомобиль просто в отличном состоянии. Был подобран. Наши клиентки. Она поедет, кстати, нашей клиентке Наталье в город Иркутск. Дальше давайте. Получается, Hyundai Santa Fe также, это уже получается до Restyle. 2020 год, 2-литровый дизель, передний привод на автомате, по кузову родной окрас и родные детали. Комплектация Prestige, очень даже, почти максимальная комплектация. Здесь также есть все. Получается, цена под ключ до Владивостока 2 миллиона 700 тысяч рублей. Поедет нашему клиенту в город Волгоград. Так, LED-фары, парктроники, повторитель, бесключевой доступ. 20 размер колес. Давайте посмотрим, что у нас по салону. Так, задний ряд здесь тоже достаточно просторный. Есть подогрев задних сидений, есть даже шторка сзади. Здесь сидеть, в принципе, очень даже комфортно. Подлокотник, два подстаканника. То есть автомобиль просто отлично даже сохранился для своего пробега. Здесь, кстати, 120 тысяч пробег. Для своего пробега он даже максимально хорошо сохранился. Так, электропривод водительского, память водительского. Два ключа, регистратор приехал. Никто его по пути не украл. Так, заводим наш дизельный мотор. То есть он здесь получается... Так, торпеда здесь мягкая, мультимедиа также русифицировали, все на русском языке, приборка тоже на русском языке уже все русифицировано, то есть память водительского, мультируль, то есть руль также здесь очень даже хорошо сохранился. Так, двухзонный климат, подогрев, обдув обеих передних сидений, подогрев руля, USB, перекуриватель, здесь, в общем, здесь есть все. Камера 360 здесь была, не помню. Я не помню, честно. А, да, да, есть камера 360. То есть очень даже хорошая комплектация. И панорамная крыша. Показывали? То есть панорамная крыша, люк. То есть автомобиль. То есть клиент хотел именно с панорамной крышей. Он говорит, у меня дети. Мы, говорит, путешествуем по горам. То есть нам нужно именно с панорамной крышей. Вот и нашли. В принципе, по свой бюджет. Очень даже достойный экземпляр. А дальше получается... Очень бюджетный автомобиль. Так, Ssangyong Tivoli, 2020 год, 1.5 бензин, на роботе,
Передний привод в хорошем состоянии. Цена под ключ до Владивостока 1 550 000 рублей. Поедет город Краснодар. Так, здесь я не понял, парктроники были? Так, здесь парктроников нет. Достаточно, ну, простой автомобиль. Понятно, по свой бюджет, зато есть повторители. Бесключевого доступа здесь также нет. Так, что у нас еще по ней? Что мы еще по ней можем рассказать? Давайте по салону что-то расскажем. Так, ну, дверная карта пластик. Ну, в принципе, она едет хорошо. Ну, ходовка как бы хорошая. Где ключи? Вот. В принципе, она едет даже очень хорошо. Без ключевого доступа здесь, к сожалению, нет. Завели. Но ее мы еще не русифицировали. То есть она сегодня поедет на русификацию. Так, удержание полосы здесь нет. Это просто антизанос. Датчик света, помощь при спуске есть, электропакет. Что у нас еще? Мультируль. Так, что мы еще здесь видим? Я честно говорю, про него даже забыл. Подогрев есть был? Нет. По-моему, даже тут подогрева нету, к сожалению. Да? Я не вижу, честно, где подогрев тут. Хотя он здесь должен был быть. Хотя бы руля или хотя бы какое-нибудь сиденье. Нету, да? Да нету здесь. То есть, ну, достаточно простой автомобиль, под свой бюджет, я думаю, достаточно достойный вариант. Ну, камера заднего вида здесь есть. То есть автомобиль бюджетный, бардачок, документы все готовы уже. То есть вот такой вот автомобиль за 1 550 000 рублей можем привезти под ключ до Владивостока, друзья. Все, пойдемте теперь обратно вовнутрь. То есть все эти автомобили, друзья, мы привезли для наших клиентов под заказ. То есть по всей России они поедут. Краснодар, Волгоград, Москва. То есть по всей России они поедут. То есть все автомобили мы уже русифицировали. Масло, фильтры в Корее поменяли. В общем, друзья, разброс цен получается от 1,5 миллиона до 10 миллионов рублей. Заказывают разные автомобили. Ну, кто как, под свой бюджет. В общем, заказывайте автомобили, обращайтесь. Подберем, привезем под ключ и, конечно же, отправим до вашего города. На сегодня все. Всем пока.